Доброе утро, дорогие друзья! С вами канал «Одна Австралия». Я Александр Петров. Я думаю о будущем, о том светлом будущем, которое, дай Бог, у нас состоится. И более того, то будущее, которое мы с вами сейчас строим. Будущее, которое строится с помощью проекта «Гагарина», в котором участвуют те ребята, которые хотят сюда приехать и которые делают все для того, чтобы приехать. Они не просто хотят, они делают это. Это люди, которые самоорганизуются, люди, которые помогают друг другу, люди, которые помогают мне, люди, которым помогаю я, которым хочется помогать, потому что они этого заслуживают. И тот мир, то общество, которое мы построим, когда эти ребята, ну хотя бы часть из них приедет сюда. Далеко не все, потому что у кого-то не сложится, кто-то, наверное, получит отказ, кто-то передумает, кто-то поедет куда-нибудь, может быть, в Канаду или еще куда-то. Но, надеюсь, большая часть из этих ребят сюда все-таки приедут. И эти гагарины сделают мир ту комьюнити, то общество, которое у нас сейчас есть, людей, которые находятся в Австралии, в Сиднее, сделают намного лучше, то есть украсят собою. И я вам могу в полной ответственности заявить, что эти люди будут намного лучше учиться. Среди этих людей будет намного больше тех, кто делает докторскую диссертацию, тех, которые в действительности очень нужны стране. Я не хочу сказать, что таких не было. Я вспоминаю и Макса Едовина, который замечательный архитектор. Я вспоминаю несколько наших ребят-инженеров, которые многое достигли здесь. Я вижу ребят, которые в тех же самых финансах и бухгалтерии очень здорово пошли вперед. Я с огромным удовольствием, с чувством, даже не знаю, как вам сказать, вот как будто я самореализовался, смотрю за Юрой и Леной, которые сейчас в Перте живут, как они прогрессируют, насколько умные люди, насколько умный человек, который желает изменить свою жизнь к лучшему, способен многого чего достичь. И я верю в то, что вот эта культура, это стремление ввысь, оно будет доминировать среди этих людей. И в отличие от всего того, что было до этого, что было, может быть, была поддержка людей, взаимная поддержка, но она была как-то мало выражена, не было правилом, и сейчас это становится правилом. И люди ощутили силу, именно насколько они могут добиться лучшего, если они действуют сообща. Я верю, что у нас будут свои члены парламента, пусть штата, может быть, местного совета, но они будут. Я верю в то, что мы сможем достигать, мы все, и я в том числе, потому что я произрастаю за счет вас, если хотите, даже паразитирую в какой-то степени. И я думаю, что это симбиоз, лучших студентов и лучшего агента, лучших агентов, если брать нас с Алексеем Чепуновым, людей, которые в отрасли, людей, которые в политике, в отрасли, это владелец колледжа Неда Моррис, наши менеджеры Акеми, Али, люди, которые выросли в рамках нашего проекта и сейчас уже отдельно живут, но помогает во всем людям. Вот я верю в то, что это все приведет к созданию группы не только за пределами, но именно действующей в Австралии, действующей в Сиднее, группы, которая сделает, казалось бы, невозможное, сделает очень хорошо работающую общину. Да, может быть, это и не все русскоговорящие, далеко не все, это малая толика русскоговорящих людей, но это люди, которые реально
еще до того, как дружились, реально до того, как приехали сюда, помогали друг другу, эти люди горы свернут здесь, эти люди, ну, в хорошем смысле, порвут эту действительность и сделают из этих лоскутов что-то для себя. Я верю в это. Я верю в то, что мы станем жить намного лучше. Мы не будем жить, как вот этот человек в этой палатке, хотя это его был выбор, но я верю в то, что мы будем теми людьми, которые станут, может быть, центром кристалла образования, которые дадут пример другим. Мы это уже делаем, мы делаем это, и на нас смотрят другие агенты, не русскоговорящими, с этими в основном все ясно. А лучшие ребята и с европейского, и с азиатского рынка, они думают точно так. Они, может быть, такие, как и мы, только нам еще до них расти в плане порядочности, в плане взаимовыручки. Но я уверен, что мы очень быстро учимся, мы очень быстро растем, и мы этого будущего, светлого будущего достигнем. Поэтому, дорогие друзья, не унывайте, все у нас хорошо, все у нас получится. Пусть будет потрачено больше времени, больше сил, но все равно все придет и станет на те рельсы, на которые мы наш бронепоезд поставили. Но после этого у нас уже не будет остановки. После этого у нас будет очень хорошая дорога, потому что мы очень хорошо подготовились. Счастья вам, и надеюсь, это будущее уже становится настоящим. Спасибо.